Ohio Godzimas. В общем и целом, я решила нарисовать певицу-монеточку. Мне кажется, все ее прекрасно знают по фильму «Родные». Признаться честно, я узнала ее только после этого фильма. А также на моем канале уже 5 подписчиков, а для начинающего ютубера это достаточно много. Давайте договоримся, как только нас будет 15 человек на канале, я выпускаю обзор на свой скетчбук. Надеюсь, что в будущем нас будет миллионы, а может и больше. И давай договоримся так, если тебе понравится это видео и работа, то ты поставишь лайк и подпишешься. Если нет, то не поставишь лайк и не подпишешься. По-моему, честно. Ну а видео подходит к концу, я желаю всем удачного дня. Ну, а вот, собственно, сейчас будет результат.